Всем привет, ребята! Я уже проснулась. Солнце еще не взошло. Сейчас буду умываться. Чищу зубы, умываю лицо и расчесываюсь. Вот что я сегодня одену. Открываю адвент-календарь, и мне сегодня попался чай с лаймом и апельсином. У меня на завтрак сегодня каша, банан и чай. Хочу вас познакомить с моей уточкой Милкой. Меня зовут Милка, и мне 5 лет. Милке сегодня я одену новогоднюю шапочку и платье, которое я сделала сама. Открываю самодельный адвент-календарь, и сегодня нам попалось убраться в комнате. Сейчас мне захотелось поделать поделок от Модокнет. Вот что получилось. Обзор будет на моем YouTube-канале в Shorts. На обед у меня были блинчики. Сейчас мне захотелось поиграть на скрипке. Потом мы с Милкой собрались выйти на прогулку. Я ей одела тепленькие носочки и шарфик. Погода была отличная. Мы с Милкой пошли кататься на качели. После прогулки у нас с Милкой было чаепитие. Потом я решила снять шортс. Мы накрываем новогодний стол. Вот как получилось. Потом мы смотрели «Царевен», и у нас было очень много вкусняшек. Ура, ура! Новый год скоро! Вкусные пирожки! Вау, какая елочка красивая! Милка, что ты тут делаешь? На елочку любуюсь. Вау, салюты, с Новым годом! Переодела Милку, и Милка уже заснула. Доброе утро! О, подарочки! О, это подарок для... Бобика. На, Бобик. А это для Милки. Держи, Милка. Сначала открываем Бобика. Тут лежал новый ошейничек. 2 мячика. Носок для подарков. Салфетки. Новогодний чай и конфетки для собак. И еще игрушка. Бобик, хочешь одеть ошейничек? Какой красивый носок с пряничком. Так, дальше подарок Милки. Какой этот подарок большой! Тут 2 пакетика. Так, Мил, какой первый хочешь открыть? И тут у нас... Пряничек с конфетками и игра покемон. И открываем 2-й пакетик. О, тут такая миленькая феечка. Держи, Милка. Какая она хорошенькая. И тут еще был брелочек-динозаврик. Какие же классные подарки! Ага. Вот что подарили мне. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.